Кстати, снижение тарифов на коммунальные услуги амичам вряд ли стоит ждать. Они в этом году только вырастут на 4,5%. А вот в Новосибирске, где цифры в квитанциях выросли значительно больше, в знак протеста на улице вышли около 1000 человек. Там с 1 июля холодная вода станет дороже на 20%, горячая почти на 16%, отопление на 15%. Обещание областного правительства компенсировать возросшие расходы горожане называют неудачной попыткой снизить социальную напряженность. Более того, люди требуют отставки депутатов, которые проголосовали за увеличение расходов избирателей.